доберемся до темноты. Уже в пути его корабль, и зелен он и храбр, без сомнений вел с собой в небесах и под водой. Это Самса, это Самса, сможет вам до темноты. Сам мама, сам папа, он родился здесь когда-то. Гляни на небо, увидишь сам, выше не летит сам сам. Это сам сам, это сам сам, сможет вам помочь. Новая работа Макьяка. Привет, Макьяк! Сап-сап! Нашел что-нибудь новенькое в помойке? А как же! Посмотри на этот старый руль! Чем ржавее, чем грязнее, тем больше ты доволен, да? До встречи, Макьяк! Привет, Макьяк! Привет! Я уже из школы! Да, очень хорошо! Увидимся вечером! Ну, Сам-Сам, весело было в школе? Да, да, сейчас я иду домой, мне пора кушать. До завтра! Да, передавай привет бабе. Скажи, я что, сплю? Или твоя помойка куда-то исчезла? Правда? Ты так думаешь? Ну, вот чуть-чуть, по краям, вот, вот. Ну-ка говори, ты точно ничего не скрываешь? Сам-Сам, это тайна, ее нельзя никому говорить. Может, он купил себе летающую тарелку и освобождает место для стоянки? Звуки доносятся из дома Макьяка. Ну ладно, можете забирать остальное. Только не забудьте, что обещали, ладно? Прогулку в космосе. Сам-сам, сам-Тедди, вам уже пора спать. О, мы так и не узнали, с кем он говорил. Никого нет? Ты посмотри. Не осталось ни одного бака. Это странно. Подумаем, таинственный гость, который интересуется рухлядью Макьяка. Прогулка в космосе, которую ему обещали взамен. Знаю, что если... Мой капитан, приветствую. Я хочу поблагодарить нашего нового пирата, подарившего нам прекрасную коллекцию рухляди и всякого барахла. Мы, космические торговцы сырьем, хотим, чтобы наши баки сияли вечно. Верно? Не слышу? Да, верно. Да здравствуют железяки! Но, чтобы стать настоящим пиратом, этого мало. Удя, дурачек, ты говорил, что... Стой смирно, не чесаться! Ты также должен распрощаться с як-яками. Я не потерплю безбилетных пассажиров. Правда? А если я это сделаю, я стану настоящим пиратом? Ну, в общем, надо бы еще стать жестоким. Да, а что это значит? Мы должны вытащить его, чего бы это ни стоило. Это просто. Нужно только подать ему знак, чтобы он сбежал. И мы будем дома в мгновение ока. Самое сложное — убедить его пойти с нами. О, великий страшный бород. Остальные лишь букашки рядом с тобой. Ты пахнешь лучше, чем в самой вонючей сыре. Что это не те слова? Потому что ты красив и чисто выбрит. Какая наглость! Наказание! Вычистишь космическую пыль со входа в мой корабль. Иди, приступай. Ты чего, дурила? Знаешь, когда будем пролетать мимо черной дыры, избавимся от него. Сам-сам, приятный сюрприз. Ты знаешь, что я стал пиратом? Хочешь тоже стать пиратом? Это неудачная идея, Макьяк. Уверяю тебя, страшнобород привел тебя сюда только для того, чтобы завладеть твоим мусором.
Ну, мне здесь так нравится. Я люблю запах грязных носков и тухлого сыра. Хватит, больше ни слова. Брось, Макьяк, что за глупости? Послушайте меня, теперь я пират. Сам-сам! Не шевелись! Я возьму метлу на время, Макьяк! Сам-сам! Мелкий наглец в красной пижаме! Этот сам-сам всегда сует нос не в свое дело, прям как папаша. Брось, Макьяк, эта работа совсем тебе не подходит. В любом случае, очень мило, что ты прилетел, только чтобы найти меня. Самое печальное в этой истории – куча мусора, которую ты потерял. Знаешь, мои баки были уже не очень грязными. Они уже почти не воняли. Нужно мне найти новые баки и устроить отличную новую помоечку. Слишком добрый король. И почему я не могу убедить короля Марсианца Первого быть добрее с людьми? Потому что они к нему уже привыкли. Зачем ему вдруг изменяться ни с того ни с сего? Вот увидишь, космический герой может сделать то, что кажется невозможным. Простите, но мне кажется, вам так не очень удобно. Почему вы так стоите? Стоять вверх с тормозками куда вежливей. Между прочим, все довольны. А если вам не нравится, мне все равно. Стать хорошим? Мне это никогда не приходило в голову. Я ведь ничего не понимаю в доброте. Может, мне даже это понравится? Вся галактика перестанет над вами смеяться. Поверьте, вы оставите хорошее воспоминание в истории Марса. Вот, мой друг. А? Вот тебе новенький шлем вместо того, который я испортил. И я больше не буду. Обещаю. До скорой встречи, Сам-Сам. Передай от меня привет, Сам-Теди. О, дорогие марсианцы! Возьми, мой друг, дарю тебе эту корону свою. Ага. Может, потанцуем? А? Давай, не стесняйся. Клянусь, Свитпи, теперь ты можешь лететь на Марс, когда захочешь. Марсианец Первый решил стать добрым ко всем марсианцам. То есть я смогу вернуться на родную планету, жить в своей пещере. Спасибо, Сам-Сам. О, знаешь, это ведь моя работа. А ты был прав насчет марсианца, а я нет. Мои суперуши, они получают сигнал. Похоже на слезы. Доносится с Марса. Нужно все узнать. Ваше Величество, что вы плачете? Как я несчастен! Весь мой народ усол! Как мне одиноко! Они так привыкли к плохому обращению, что не могут привыкнуть к доброте. Как планета монстров. Вот куда они ушли. Я слышу, эти монстры очень неузывчивы. Думаю, вам опять нужно стать капризным и злым. Но я совсем забыл, как это нельзя. Нельзя меня бросать. Прошу вас, так все было хорошо. Нет, нет, это слишком вежливо. Попробуйте так.
Я не буду повторять! Марсианцы, домой! И немедленно! Будьте строже, жестче! Приказывайте, чтоб все боялись! Но им это не понравится! Ладно, у меня есть другая идея. Ну уже, заприте нас! Ну, хорошо. Отлично, прекрасно! Вдобавок я заставлю вас целыми днями слушать мои стихи. Давайте, правильно! И вот что, только смолазер я отберу. Смотри, что я сделаю. Вот. Мой бумлазер! Ладно, слушайте, очень хорошо. Вы уже выздоравливаете, так что можете вернуть его мне и открыть дверь. Вот и нет, ты был прав. Нет ничего лучше несправедливости. Я прикажу всем марсианцам немедленно вернуться, иначе у них будут неприятности. Марсианцы! Если вы не вернетесь через 5 минут, я превращу вас в тусоны сосиски! Или сардельки. Стойте, решите уже, он будет добрым или нет. На помощь! На помощь! Мы здесь! Свету? Сам-сам? Сам Тедди? Мне жаль, я ошибся. Все меняется так быстро. Это правда, Свитпи. Ничего страшного. Подождите. Отойди немножко, а то превратишься в жареного космического героя. Скорее, бежим отсюда! Быстрее, Свитпи! Ух, чуть не попались. Встаньте в ряд, никчемные солдаты! Поклон! 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 И ты тоже длинный! Так намного лучше. Космическая болезнь. Итак, дети, тихо, мы почти на месте. Воронок пока не видно? Ладно, тогда воспользуемся случаем и вспомним, что нужно делать, если попал внутрь. Итак, чтобы выбраться из космической воронки... Хватит! Паники, не смеши меня! Расслабиться и не сопротивляться, когда тебя засасывает. Два, три, забросить на метеорит крюк. И 4, метеорит вытягивает нас из воронки. А, наконец-то вижу. Теперь мы сможем провести практическое занятие. Раз ты такой неутомимый, сам-сам, ты сделаешь первый бросок. Дело в том, что у меня не получится из-за плаща. Его только постирали. Он не очень хорошо летает. Что это за оправдание? Мисс Бриджит, вообще-то я немного боюсь, что меня укачает. Наш сам-сам трусишка. Тихо. Я хочу попробовать, мисс Бриджит. Но, Свитпи, ты единственная в классе, кто до сих пор не умеет летать. Ты права, но это ненадолго. Я пойду. Я умею летать, и у меня нет проблем с плащом. Прекрасно, Супер Джули. Оу! Ой! А! Ой! Быстрей, пригнитесь. Прикройте головы. Ой! Штуки. У меня есть только одно объяснение. У большой дыры и кота, и она выплевывает весь мусор. Это нельзя допустить. Пригните головы. И если и кота не пройдет, она выплюнет все, что засосала за целый месяц. И наш космос превратится в гигантскую галактическую помойку. А может напугать черную дыру? Когда я был маленьким, меня так лечили от икоты. Есть только одно решение. Отправиться внутрь, узнать, чего она наглоталась, и помочь ей избавиться от икоты. Это очень хорошее упражнение. Кто хочет попробовать? Так не может продолжаться. Это задание для Самсама. Нет, вернись, Сам-Сам. От черной дыры тебя укачает куда сильнее, чем от мелкой воронки в космосе. Какой он храбрый. Я бы сам пошел, если бы умел летать. Что это на тебя нашло? Не забудь, я космический герой. Даже если я чуть-чуть боюсь, я должен защищать.
сам Тедди! Вот откуда эта икота! У нее в горле застряла ракета! Посмотрим. Автоматическая почтовая ракета. Не представляю, как ее оттуда вытащить. Фу, для Самсама нет ничего невозможного. Держись крепче, Самтеди! Самсам! Не бойтесь, дети, он выберется. Самсам! Самсам! Да, мама, уже встаю. Самтеди? А? О, да! Теперь вспомнил! Черная дыра, ракета! Кинуть крюк! Если он может вытащить из воронки, то сможет и из черной дыры! Выстрелить крюком! Для того, кого укачивает в воронках. Молодец! Когда не боишься, не укачивай. Браво, Самсам! Благодаря тебе космос уже не похож на помойку. Пустяки! Когда умеешь летать. Летим отсюда. Черная дыра опять начинает затягивать все вокруг. Ты видел, Свитпи? На этом письме твое имя. О, интересно, что это? А, это книга, которую я заказал, чтобы наконец научиться летать. Я думал, они про меня забыли. Если научусь, только благодаря тебе, Самсам. Спасибо. Эй, полегче, а то у меня начинается... О, нет, поздно.